если вы хотите мотоцикл, который вообще едет, то вам явно вообще круизер не подходит как техника в принципе. Же круизер — это мотоцикл не про скорость. Мотоцикл про скорость — это что-то другое. И явно это не драга. Данное видео содержит размышления автора. Автор оставляет за собой право ошибаться, а также менять со временем свою точку зрения. Приятного просмотра. Привет, друзья. В общем-то, решил обсудить такую интересную темку. Зачем вообще нужны мотоциклисту кубические сантиметры? И вообще, почему мотоциклисты ими меряются? Вот, казалось бы, кубические сантиметры особо ни на что не влияют, если ты не спортовод, и максимальная скорость тебе, в принципе, не нужна. Например, на том же круизере, неважно, сколько бы у тебя не было кубиков, ты будешь ехать себе обычно тихо, ровно и спокойно, ну, пускай 110-120 километров в час. Ну, 130. Это в таком штатном режиме. Какой мотоцикл на это способен? Способна ли это, например, драга 400? Да. Ответ будет да. И казалось бы, а зачем тогда вообще больше? И почему все так гоняются за литрами, полторашками? И почему я, например, решил сменить класс техники? Дело в том, что кубические сантиметры — это не про скорость, это про динамику и про тягу, про лошадиные силы и крутящий момент. Вот про что это. Что же это нам, собственно говоря, дает и почему хочется технику поменять? Дело в том, что тяга, как и кубическая, ну, тяга и динамика, она нам дает возможность, во-первых, быстро ускоряться. Это очень важно бывает при обгонах, при каких-то опасных ситуациях. То есть тебе достаточно просто открутить ручку, и ты, в принципе, набираешь скорость. При обгоне на трассе вот это вообще вот просто очень чувствуется нехватка. В городе реже, но то же самое. Иногда надо просто пульнуть. И вот когда надо пульнуть, у тебя такой возможности, увы, бывает недостаточно на вот таком мотоцикле. Хотя в целом он во всем хорош. Ну а второй момент — это у нас, конечно же, тяга. Тяга нам дает возможность перевозить вообще без чувства сложности и проблем тяжелый багаж, жирную пассажирку, если такая имеется, и комфортно себя чувствовать на всяких там подъемах, горках и так далее. Чего тоже не хватает, потому что приходится просто иногда раньше времени переключаться на пониженную, приходится, собственно говоря, угадывать эти моменты. В тот момент, когда более кубатурная техника, она просто прет как танк. И, соответственно, в этом ее большое-пребольшое преимущество. Таким образом, кубатура нужна именно для этого. Что же касается скорости, понятное дело, у более кубатурной техники будет выше максималка. Ух ты! Что же касается максимальной скорости? Ну, на самом деле, на круизере она вообще не важна. Ну вот, к слову, совсем. Это не потому, что не хочется ехать быстро, а потому что сама геометрия рамы, сама вот обустройство мотоцикла, оно не располагает. Если мы говорим про спортивные мотоциклы, они устроены по-другому. Они обтекаемые, они, собственно говоря, по-другому рулятся. И, естественно, на таком мотоцикле скорость имеет значение. Но на круизере нет. Вот как-то так. То есть здесь езда 110-120, которую может даже 400-ка и может без проблем, она реально достаточная. Ну так что я вам могу в конечном итоге так сказать? Рост и развитие вообще очень круто всегда. 400-ка — отличный мотоцикл, который 100% порадует вас не один сезон, если вы не мамкин гонщик. А если вы мамкин гонщик, то тогда ни один круизер вас, в принципе, не порадует. Так что я бы рассмотрел тогда другой класс техники, просто-напросто.
круизеры, они вообще не про это.